Здравствуйте, Елена. Это видео про ваш переходничок с одуванчиком. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм и диафрагму от 2 до 16. Очень аккуратно обращайтесь с переходничком, с одуванчиком. Одуванчик очень хрупкий. Не перекручивайте переходник в байонете дальше ступорного отверстия, поскольку ступорных винтов в таких тонких переходниках нет. Сначала вы вставляете переходник с одуванчиком, потом сверху накручиваете объектив. Вот крышечка от переходничка, вот проволочка, из которой вы сделаете необходимое колечко. Сейчас я упакую. Вот смотрите, вот ваш переходничок. Вот все целое. Когда вы вставляете переходник с одуванчиком в камеру, совмещаете красную точку и средний контакт на одуванчике с белой точкой на камере, немножечко вдавливаете и поворачиваете до защелкивания, и все, вы видите, что все работает. В обратную сторону точно так же. Нажали кнопку стопора, повернули по часовой стрелке и аккуратненько вытащили. Все, одуванчик целый и невредимый. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.